После установки септаккорда устанавливаем уменьшенный. Вот как раз у нас получилось мажор короткий, минор, септаккорд в соседней ячейке. Это снизу набор. И уменьшенный. Уменьшенный септаккорд выглядит у нас вот такие вот два штырячка вправо, один вверху, слева. Хвостик. Один слева. И вот он пошел. Пошла штанга, рычажок такой. Колеблется на выборную систему. Первый. Первый устанавливается. Переворачиваем его так. Вот он устанавливается, септаккорд. Просовываем его тоже так. И устанавливаем первую ячейку. И на гребенку, на первую ячейку гребенки алюминиевой. Вот так вот устанавливается. Соответственно, набрали первый ряд. В таком же самом духе продолжаем следующую операцию. Здесь еще так важно очень обращать внимание, что на алюминиевой гребенке не все ячейки одинаково вырезаны, проточены. Почему? Потому что вот в первую ячейку, она видно, она глубоко проточена. Сюда вставятся две штанги толкателей, вот этих вот металлических. А где коротко, тут по одной. И такая вот операция, две по одной, две по одной. Одна на одну будет налаживаться, как бы. Но эту пока мы не налаживаем туда, потому что уменьшенный септаккорд последний, он будет находиться сверху, а снизу будет дублирующий мажор уже второго ряда находиться. Сейчас мы его найдем. Вот. Вот, к примеру, я нахожу. Вот, снова. Вот, мажор. Три таких усика. Ставлю его на мажор сюда. Вот, засовываю. Соответственно. Не засовывается, но вот засунулся все-таки. Вот он засунулся, мажор. Все-таки. Устанавливаю.